говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего. Генерал-полковнику Коневу, генералу армии Ватутину, генералу армии Малиновскому. Сегодня, 23 августа, войска Земного фронта. Знак торжества по случаю победы над Харьковом. Сегодня, 23 августа, в 21 час, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим Харьков 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в операции по освобождению Харькова. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким оккупантам! Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Сталин. Харьков? Это здорово! Вася, пиши письма! Харьков, во! Как идут сигнальщики за небом смотреть! Говорит командир корабля. Поздравляю! Матросов, старшин и офицеров, эскадренного миноносца Неистовый с новой победой, одержанной войсками доблестной Красной Армии, мичмана Заболотного, старшину котельных машинистов Лазарева, сигнальщика Крадова, харьковчан Неистового, поздравляю с освобождением родного города. Поздравляю, Крадов. Спасибо. Благодарю, товарищ капитан Тарара. Конец похода, друзья мои, конец похода. Да, скоро и войски. Приехали? А Харьков это хорошо. Все пишет Пимен. Еще одно последнее из Казани, и летопись окончена моя. О чем пишем, старший лейтенант? Да так. Что, фрегат Паллада? Личный бортовой журнал. Но это будет книга? Ну, куда мне? Я думаю, послать какого-нибудь писателя, Соболеву или Горбатову. А вот пригодится. Правый борт, курсовой 20, шум, двух торпед, идут на корабль. Боевая тревога, стоп! Боевая тревога, есть! Стоп! Право руля! Успеем. Идут с большой дистанции. Торпеды проходят хорошо! Ну, на этот раз пронесло. Малый вперед. Есть, малый вперед. Отбой боевой тревоги. Есть отбой боевой тревоги. Ложиться на курс. Чаю на мосте. Есть. Что случилось? Почему стопор или ход? Шли две торпеды, как в одной упряжке, ноздря к ноздре. И прошли хорошо. Хорошо, это хорошо. Я смотрю, куда они попадут. В 30-й шпангоут или в 40-й. Они вдруг сворачивают в корму. В том-то и дело, что в корму. Спасибо. Данкер незаможник, куда был торпедирован? В корму. Транспорт вчера привели в Йокой. Вода не в корму. Сторожевик 064. Оторвана корма. Что это такое? Идут на шум винтов. Похоже, что принцип акустической мины применен к торпеде. Предположение верное. Это что, новое оружие, что ли? Новое оружие. Товарищи, торпеды акустические.
сюрприз. А как от них спасаться? 13-ю заповедь, знаете? Не зевай. Вот-вот, стопорить, вот, используя силу инерции, отворачивать. Если с близкой дистанции не поможем. Старшина, в вашем секторе прозевали. 10 суток строгого ареста. Есть 10 суток строгого. А хорошо, оказывается, жить на белом свете. Присоединяюсь к вашему заявлению. Да, чуть-чуть и всему конец. А здесь солнце светит. Небо, небо такое где-нибудь видали, а? Видал. Приходилось. Где, позвольте спросить? На Балтике. Вот на Черном море точно такое было. Слушайте, на Балтике бывает все, что угодно. Там гостиница Астории, потом Эрмитаж, Александринский театр. А неба там такого нет. А уж красоты такой над курортно-пляжным бассейном Черного моря нет и не было во все времена и эпохи. Это подмечено точно. Курортно-пляжный бассейн. Приходилось загорать на артиллерийско-пулеметном огне на южном берегу Крыма, а также принимать морские ванны на переходе Севастополь-Новороссийск. И даже грязевые в окопах под Нальчиком. Так что действительно курортно-пляжный бассейн. Значит, испробовали полный санаторный режим? Полный санаторный. Черт, а погодка коварная. Как бы вон из той тучи тройка фрицев не вывалилась. Сигнальщики! За небом смотреть! Гурман Венцов! За небом смотреть! Через час по приходе в базу явитесь ко мне в каюту с учебником мореходной астрономии. Есть! После смертельной опасности нужно было культурно отдохнуть, развлечься. Он к себе в каюту и давай там вколачивать морскую премудрость. Я 5 лет в школе, надоело. Корабль какой-то выходит из залива. Какой это корабль? 126-й новый выходит из залива. Ваш? Не может быть. Да нет, ваш, ваш. Товарищ командир корабля, прошу разрешить семафор. Добро. Пашков, давай. Командиру 126-го. Есть командиру 126-го. Привет боевым друзьям. Старший лейтенант Добродом. Лейтенанту Добродомову поздравляю. С выздоровлением. Привет. От команды Мезенцев. Захождение играть. Гарниз, захождение. Кораблям корабель, а? Гордость флота! Вас приветствует старший лейтенант. Ого, народ из люка выскакивает, как по боевой тревоге. Значит, чего-нибудь стоите. Матрос кормы от себя без козырками. Семафор пишут, читать или нет? Читать, читать, в море все читать, что пишут. Личный привет от Ласточкина. Ура, ура и еще раз ура. Попадет от командира, чудак человек. Но хороший народ. Какой народ? Люди первого класса. Где флотская культура устного раската? Месяц с нами ходите, все молчите. Рассказали бы, как осваивали полный санаторный режим. История простая. Служили на Дунае. 4 часа утра 22 июня ответили на первые выстрелы и с тех пор не расставались. Морская пехота. Одесса, Севастополь, Новороссийск, Нальчик. Ну, а потом нас 2 роты вместе с командирами прислали сюда на север. Дали корабль. Наименования у него нет, только номер 126. У нас матросы говорят обязательно потопить такое количество немецких лодок, 126. И потом к номеру приписать одно слово, побед
И у корабля готово название. 126 побед. Матрос он придумает. Ну вот, а значит, после госпиталя приказано служить здесь. Ну что ж, палубы разные, а флаг один. Это верно. Ну вот, сейчас скроется за мыском. Все. Загрустили по родному дому? Да, есть немного. Вот она, живая легенда. Об этом песни петь будут. А про нас не споют? Про нас? Аврал! Петь, Аврал! Занятие-то наше на музыку не ложится. Северный Кронштадт, Полярная. Отдать сходню! Есть, отдать сходню! Товарищ капитан второго ранга, вам не попадался мальчик, синий тетелек, волосы? Нет. У меня больше ничего, благодарю вас. Что, сын, да? Да. Мальчик, синий кителек, волосы светлые. Нет, не видел. Вы сегодня в море не идете? Нет, не идем. Приходят с моря командиры, докладывают о походе, и у всех все нормально. Даже если были боевые соприкосновения с противником. А у вас? Шкадлейная операция, простое дело. Да. Всегда какие-то необыкновенные обстоятельства. Эти обстоятельства соответствуют истине, товарищ Нефедов. Торпеды акустические. Какие? Акустические, товарищ капитан второго ранга. Что ж, будем докладывать командующему. Прошу подождать здесь. Есть. Ну, как на нашем море-океане? Мое море тихое, без ветерка. Спокойный у меня океан. Извещали, что при входе в залив вас атаковали. Был небольшой переполох. А сейчас рада, что вы невредимы. Оказывается, от вас тут не скроешься. Где бы вы ни были, мне о вас через минуту все известно, хорошее и плохое. Вот он, ваш кораблик. Благодарю за внимание. Вы, командир, до сих пор думаете, что это только внимание? Что? Что вы сказали? Я не расслышал. Торпедный катера в Варангер-фьорде возвращается в маневренную базу. Потоплено 14 кораблей противника. Потерян катер младшего лейтенанта Искова. 14 побед? Говорим, вечером Левитан скажет? Да, большой успех. Что, потери? Да. Просто это у вас получается. Там стихия противника, здесь просто перенесли на другой стол и спрятали под тряпочку. Обидно. Зачем вы их этим платочком покрыли? Не по-морскому. А чем же? Следует эти корабли накрыть военно-морским флагом. Корабль долго с моря не возвращается, у меня женщины спрашивают. Скажи, Валя, что с ним? Придут ли? Погиб корабль. А я говорить не имею права, все знаю и молчу. А другие не спрашивают, а только смотрят.
Как смотрят? Я бы отсюда на другую работу попросилась. Меня здесь тоже один корабль интересует. Который? Вот этот. Прошу вас, со мной так шутить не надо. Я не шучу. Сколько мы друг друга знаем, Валя? Скоро год. Неправда. 3,5 часа я подсчитал. В день нашего знакомства в Мурманске часов около 3 ждали катера. Хорошо, что иногда опаздывает катера. Пожалуй. Потом в апреле виделись 20 минут, и в последний наш приход в базу разговаривали 7 минут. Надо встретиться, поговорить. Неистово идет в море, вам подписан приказ. Когда идем? 13 часов. О, пора на корабль. Ну что ж, на берегу, в гостях, в море дома. Покинем это служебное помещение. Вспомнилось мне одно старинное поморское напутствие. Так моя бабка говорила на прощание морским людям. Сохранно вам ездить по морю. Хорошо? Хорошо. Вот он, ваш кораблик. Буду ждать вас. Счастливого плавания. Благодарю. Мирно! По этому поводу флагманской механика весь его институт не спят уже неделю. Здравствуйте, командир. Здравствуйте, товарищ вице-адмирал. Пытается эту блоху подковать. Для нас эта штука не новость. Разведка потрудилась еще 1 августа, предупредила флот. Вчера испытывали один прибор, пока еще не совсем удачно. Но, судя по всему, средство против акустической торпеды скоро будет найдено. Как живете, командир? Благодарю, товарищ вице-адмирал. Нормально. Нормально. Небось, досадуете. Заездило вас начальство. Занимаетесь не очень эффектным делом. Командир, даю вам важное задание. Немцы передвигают на север один из своих рейдеров. Возможно, повторение прошлогодней попытки терпится. В арктической авиагруппе мало горючего. Противнику это известно. 2 танкера, направленные в этот адрес, потоплены немецкими лодками. Поведете танкер на новую землю. Нужен довести невредимым и срочно. Есть. Желаю успеха. Благодарю. Прощайте? Да. Градов, вот отнесете этот флаг в скалу, в штаб флота. Отдадите лейтенанту Кузьминой лично. Ясно? Есть. Давайте. По вашему приказанию прибыл. Идем в море в 13 часов. Корабль к походу изготовим. Есть. Хорошо. Слушай. Вы сколько времени на Неистовом? 2 месяца. Ленту на бескозырке пора сменить. Балтийскую спрятать на память, носить северную. Есть. Давайте. Пашков, арест отбывать по возвращении, на походе служить. Есть. Давайте. Беспокойный ты. Между прочим, ничего плохого в этом не видно. Можно? Мне на вахту надо. Так уходить не хочется. Вы сегодня в море не идете? Да что ты? Что ты? В прошлый раз ты спрашивал. Сказал, приходи завтра. Я пришла, а корабля нет. Так военная же тайна. Но ты сама посуди. Ну разве можно говорить, когда идешь в море? Но сегодня-то не едешь? Ну конечно нет. Это какой сигнал? Где сигнал? Не знаю. Опять обманываешь. Этот сигнал знают все женщины во всех базах и портах. Это же сигнал корабль к походу изготовить. Ты только не плачь. Прошу тебя. Здорово! Здорово! Ты засмейся. Здорово, Петя! Здорово, Вася! Перед ребятами неудобно, мать. Офицер. Очень прошу тебя, неудобно. Ну, я на вахту должна. Даже не провожу.
Ты как будешь поворачивать? Посмотри на окошко. Я тебе платочек выкину. Хорошо. Посмотри. Даже поцеловаться нельзя. Что ты, Маша? Всем же видно, ну? Только не плачь. Хорошо, Саша, ты засни. Ну вот звонят. Наврал. Я пошел. Банковым на банк, йота вам на йот. Банковым на банк, йота вам на йот. В гавань входит два торпедных катера. На главном флаг командира бригады. Герои Варангер Фьорда. Ну, товарищи, сейчас начнется пальба. У них сегодня 14 побед. Цитрусы и соответствующий темперамент. А у нас, знаете, на море Баренца апельсины не растут. Мы североморцы, люди рабочие. Труженики моря. Вот именно. И занятие неистово. Водить за ручку транспорта через позиции подводных лодок противника. Встреча. Да. Красота! Да, красиво встречают. А ты, гражданин, как? В какое море идете? А тебя зачем знать, в какое мы море идем? Мы сегодня приехали, отец ушел в море. Говорят, вернется через год. Где такое море, как оно называется? Надо ходить целый год. Есть такое море. Название его особое, задание командовать. В это море пойдете? В это море пойдем. Я письмо отцу написал, передайте. Подожди, ты Володька? Володька. Мезенцев? Мезенцев. Сын? Он похож. Давай письмо передам. Молодец. Гражданин, ты куда? Под материнский надзор. Ты где был? Он делом был занят, отправлял депешу отцу. Я делом был занят, отправлял депешу отцу. Он у меня немного обезьяна. На целый год ушел отец. Кажется, далеко. Далеко? Да, около 1000 миль будет. Всю войну мы с ним на таком примерно расстоянии. Сегодня приехали. Снова 1000. Ну ничего, здесь говорят, год короткий. Здесь год одни сутки. Полярная ночь и полярный день. Всю войну не виделись. Такая обида. Вы его увидите. Что я это увижу? Передайте, что устроились, что все у нас в порядке. Хорошо. Незаметно. Пока чемоданы и узелки. Вы знаете, а сколько здесь знакомых? Очень много знакомых. Кажется, что всех уже видела. Верно. Это когда-то жил человек в одном углу всю жизнь. В одном доме рождался и умирал. Придет куда-нибудь, все чужие. А теперь все перезнакомятся. По местам стоять, до швартов сниматься. По местам стоять, до швартов сниматься. Собирай узелки, Володя. Счастливого плавания. А это чей сверток? Это не наш. Если здесь лежит, значит ваш. Здесь банки, сгущенное молоко. Незаметно подложили, да? Ну мы возьмем. Это свое. От своих. Где флот? Мы дома. Мы дома, мы дома, мы дома. В Ленинграде. Мы уже лежали. Пришел какой-то матрос. Кто такой? Откуда? Не знаю. И принес мешок хлеба. Знакомая музыка. Бомбоубежище там, в скале.
Через 3 минуты съемка. К кому женщина? Я спрашиваю, к кому женщина? Отставить, ко мне женщина. Убрать сходню! Есть, убрать сходню! Не сердитесь, пришла вас проводить. Благодарю. Вот нас уже разделяет 4 метра бешеного моря Баренца. Извините, сейчас сниматься. У меня к вам просьба. Там приехала жена командира 126-го с сыном. Они сейчас в скале. Поручаю их вам. Ищу. Входим. Сохранно вам ездить в Омуле. Благодарю. Ничего. Интересный факт. Что постановили? Хороша. Постановили? Считать. Командира девица правильная. Ой. Он на мостике. Как я его не узнала? Да матроса. В Ленинграде спас блокадную зиму. Ну, смотрел на меня, улыбался. А я его не узнал. Да вон он на мостике. Пашков, где столько хлеба взяли? Со всего крейсера сложились. 842 куска. У моего там кроха была, 20 грамм. По 20 грамм. Прощаться надо. Прошел траверс 7 островов. По данным разведки, на перехват конвою Никитина выходит 8 немецких лодок. Отметьте, выходит. Ну? Глубина, время падать. А они не падают. Вы, товарищ капитан 2-го ранга, создаете для меня осложненную обстановку. То есть, точнее? Какой-то непрерывный экзамен. А вы что думали? Получили диплом по навигации хорошо, по мореходной астрономии 3, выпустили вас на флот, одели как единственного сына в богатом семействе, и все. Экзамены кончились. Море, оно непрерывно экзаменует. Здесь легкой жизни не будет. Готовьтесь к трудностям. Пока не поздно. Ну что там со штурманом? Так, семейный разговор. Поплавает 5 лет, толк будет. Видимость 5 кабельтовых. Задымило море Баренца. Здрасте, давно не видались, почтительно приветствую. Закончить зигзаг, курс 90. Эй, он накинулся. Я пошел вперед смотреть. Градов, вы что делаете? Гривенники за борт бросаю. Царев, Нептун, чтоб туман разошел. Чтоб этого на корабле у меня больше не было. Чего еще придумал? Жертвоприношение под флагом военно-морского флота. Есть!
этой машины, малый. Мина проходит в правом борту. Мина проходит хорошо. Второму автомату расстрелять мину. Есть. Спасибо за службу. Служу Советскому Союзу! Это все отлично. Но этим вы впечатление от пропущенных вами торпед не перекрыли. Смотри, смотри. Люди помнить будут. Чего-нибудь еще вы бы линкор потопили собственноручно? Вперед смотри! Есть, вперед смотри. Уйди! Шесть узлов. Да. Зато наш по Украине идут. Узлов 10 будет. 10 будет. Эх, Донбасс. Знаменитые шахтерские места. Украина, Украина. Киев, Полтава. Вот я в молодости с одной девчиной гулял. Как скажет, рідний Ваня, підем додому. Так у мене все внутрі переворачується. Серйозно? Травит. Пленний фельдфебель Зайденцопф заявил. Давай закурим, давай закурим. Интересно получилось. Эй, Карасьо, что он там заявил? Шутки эфира. Ну и кара. А ведь любишь его, жалеешь. Да уж, не гвардейский, не краснознаменный. Торпеды те от него отворачивают. Друженик моря. Ну и что ж, труд в нашей стране тоже за дело считается. Где? На переднем крае? Да на переднем крае поэт пишет, убей его. А как ты его убьешь? Когда? Шесть узлов. Из-за какого-то танкера 6 узлов. Дайте-ка наушники, старшина. Есть. Так. Ваксиный офицер, я ушел с мостика. Есть. У вас готово? Готово, товарищ капитан второго ранга. Действуйте, боцман. Есть. Вытравить трос. Гром. Страшный гром. Но подводную лодку услышите? Ну, лодку я всегда разберу. Ну вот и отлично. Непонятно. Приступи, объясню. В чем дело? РДО. Где-то в море погибают люди. Атакован торпедой. Корабль погружается, мое место. А дальше? Дальше. А дальше все. На этом обрыв. Должно быть, не успел отработать. И позывных не было? Нет. А место, самое главное, место? И место не показал. Когда принял? Вот только что. Рубки слушают? Слушают. Ладно, идите, может, у них просто связь отказала. Когда примете, извещайте немедленно. Есть. Вот, брат, где он гибнет, сколько до него? 10 миль или 200. Штурман! Записать в журнал. Принято РДО о гибели неизвестного корабля. Позывные координаты не указаны. Есть. Сигнальщики! Заводной поверхностью смотреть! Есть! Заводной поверхностью смотреть! Тане помочь. Вот идет минута обыкновенной морской службы. Прошла, ничего не случилось. Идет следующая, и ничего не случается. Так проходит час, день, сутки, месяц. Ну что ж, можно успокоиться, не напрягать мускулы, мысли. Взгляд, но основа нашей
трижды проклятой и горячо любимой профессии в ожидании. В полной, а не в половинной готовности. Вы должны жить и работать так, как будто в следующую минуту с нами случится то, что происходит сейчас с другим кораблем где-то там в море. Сигнальщики! За водной поверхностью смотреть! За болотной! Ну что, РДО не приняли? Так, ничего. Где-то там, в море. Командир корабля. Шифровка. Можете идти. Есть. Говорит командир корабля. Штаб флота извещает нас. Предстоит бой с подводными лодками противника, имеющими задание потопить танкер, который мы ведем. Подходим к району, в котором возможна первая атака. Сигнальщики, наблюдатели на корме, расчет орудий, несущих боевую готовность. Вперед смотрящий. Внимание! Следить за водной поверхностью. Усилить наблюдение за воздухом. Ну вот, начинаются события. Танкер в обиду не дадим. Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. Прибор курсовой 170 торпеда идет к корму. Боевая тревога. Есть боевая тревога. Обе машины стоп. Есть обе машины стоп. Акустически. Торпеду проходит хорошо. Торпеду уходит от корабля. Понятно? Понятно, почему отвернула торпеда? Понятно? Трещотки у нас за кормой. На большей силы звук. Да. За Болотного. За Болотный. Шифровка в штаб флота. Диктую. Средством против акустической торпеды.
6 узлов. Есть. Закончить зигзаг. Закончить зигзаг. Правый борт, курсовой 5, шум подводной лодки. Боевая тревога. Есть боевая тревога. Правый борт, курсовой 20, перископ. Обе машины полный вперед. Есть полный вперед. Право руля. Глубинные бомбы торс. Глубинные бомбы на торс. Перископ вижу. Жать на перископ. Так, добежали. Бейте. Бросить малую потерю. Лево руля, циркуляция. Где выступил соляр? Держать корабль по следу! Есть, держать корабль по следу. Теперь не уйдет, каждая петля видна. Вон она! Большую серию! Пять лево руля. Лет на курсовом 10. Смей курс 10. Есть. Более, прорву. Ага. Бомбометание! Лево руля! Глубинные бомбы! Дробь! Лево руля! Лево руля! Есть лево руля! Что? Танкер! Только бы его сейчас другая не утопила! На телеграфе! Самый полный! Есть самый полный вперед. Целых 3 мили убежали. Только бы его сейчас другая не... Отбой боевой тревоги. Есть. Отбой боевой тревоги. Курсовой 15, неизвестный силуэт. Смотреть, что за силуэт. Большой охотник 012. Запрашивает опознаватель. Дать. Есть. Передать! Норд-Весту от моего курса! Идет подбитая лодка противника. На воде след соляра. Прошу добить, командир! Есть! 0-12 отвечает! Действую! Иду полным ходом! Ну вот и ладно! Ну чего тут ладно? Чего там действовать? Действую! Лодка готова! Три раза в день. Да. Радиорубка. О чем передавали приказ? Спасибо за болотный. Товарищи матросы, старшины и офицеры Неистова, частями Красной Армии взят в Донбассе город Сталина. Поздравляю! Старшину первой статьи Кочеткова, старшину первой статьи Тарапату с освобождением родного города. Поздравляю Тарапата. Благодарю, товарищ капитан второго ранга. 012 пишет. Лодка потоплена. А была наша. Флаг на всех кораблях один. Понял. Что?
Ну так кое-что. Держаться. Товарищ капитан третьего ранга, попробуйте еще шумнуть. Может, на шлюпке откликнуться? Давайте. Шлюпка! Шлюпка! Отвечаю. Шлюпка! А ну, подожди кричать. Это эхо. Вот! Эхо. Отчего на шлюпке молчат? Это на немецкой лодке. Напрасно кричали. Вот отчего на шлюпке не отвечают. Немцы рядом. Погибаем. Товарищ, все. Держи. Давай, Беру, плохо. Держи. Давай на плот. Я сойду. Вы ранены лучше я. Морской закон. Детей и женщин спасать в первую очередь. Холод. Есть же на свете моря, в которых вода теплая. Одну бы противотанковую гранату. Подплыть и верхнюю палубу. Прошу вас, город Одесса, когда освободят? Садовая 24, квартира 6, Варя Башлыкова. Передать, Илья Ласточкин погиб, спасая командира, с последней мыслью о ней. Качество. Что в машине. Угощайте. Благодарю. Вдох-выдох. Где идем? На подходе к Карцким воротам. Конец похода. Конец похода. Рассыльный. Боцмана. Здесь боцмана. Значит, Карцкие ворота. А в Москве есть Никитские ворота. 9 часов. Сейчас жена выходит из дома. Идет к трамвайной остановке. Вот подходит трамвай. Она садится и едет на работу. Да, далеко от Никитских до Карских. Лево руля. Лево руля. Thank you.
Танкер поднял сигнал. Благодарю за помощь. Товарищи матросы, старшины и офицеры, танкер «Желябов» проведен через позиции подводных лодок противника и отдал якорь в порту назначения. Поздравляю с выполнением боевого задания. Сегодня команде отдыхать. Завтра налегке, хорошим ходом обратно в Кольский залив. Хорошо идем, совсем другая жизнь. Ну, теперь покажись. Пока руки свободные, ну давай, выходи в атаку. Давай. Ты что? Что? С кем разговаривал? Непосредственно с противником. Ха, черт, как завороженный. Прямо так и говорю, ну, выходи в атаку. Левый борт, курсовой 15, неизвестный плавающий предмет. Что за предмет смотреть? Шлюпка. Нечто непонятное, не разберу никак. Левый борт, курсовой 15, плот с людьми. Лево руля. Лево руля. Курс 15. Курс 15. Держать на плот. Держать на плот. Трое. Мертвые. Подходить левым бортом. Есть подходить левым бортом. Шлюпку на воду. Есть шлюпку на воду. Ну что, сын? Вы что хотели? Я дружка навестить. На одном заводе вместе работали. Навещай. Как его здоровье? Неважно. Общая контузия. Пишет. Кто пишет? Точка тире РДО пишет. Как же я сразу не догадался. Радиорубку. Заболотный? Это старший лейтенант Мак. Прошу прийти в кают-компанию. Да. Прибыл, товарищ старший лейтенант. Садитесь, слушайте. Та самая радиограмма, которую я принял позавчера. Теперь вся целиком. Иду докладывать командиру. За и старшего лейтенанта его корабль погиб. Ну, сейчас застучит. Вот соберет силы и стукнет. Не может. Я прошу разговаривать тише. Ваш корабль погиб, старший лейтенант. Такие дела. Да, я знаю. Это Филатов. Алеша. А это... Не знаю. А это? Стучи! Стучи! Вот матрос. Так до последнего дыхания будет стучать. Пример выполнения долга. Как его дела? Плохи. Что? Коммоционно-контузионный синдром. А если как-нибудь попонятнее? Сумеречное состояние. Сотрясение мозга. Сделали все? Сделали умбальную пункцию, еще кое-что. Сделал все. Жить будет? Нет.
Ведь стучит. Это работает подкорковые центры. Да какие там центры? Это матросская доблесть. Он герой. Ему жить надо. Тут, понимаете, дело за вами. Я прошу вас тише. А остальные как? Остальные в порядке. Откуда у них на миноносце женщина? Интересная женщина. Венцов, идите в рубку. Есть. Очнулась. Отдыхайте. Вопросов пока не будет. Наберете сил, поговорим, каким образом вы на боевом корабле. Я с Диксона. Метеоролог. Но это потом. Вопросов не задают. А другой матрос? Это Мезенцев. Что ж вы раньше не доложили? Сердце. Сердце. Подождите, подождите. В чем дело? Партбилет. Вот ваш партбилет. Здравствуйте. Ну, спрашивайте, где я? Где я? Правильный вопрос. Все в порядке, вы на Неистовом. Ясно. Поняли, что живы? Да. Вас сняли с плота. Вас и еще двух товарищей. Радисты и пассажирку, вот они здесь. Вот здесь. Филата. Он спит. Екатерина Григорьевна. Я. Ну вот и перекличка состоялась. Как на вечерней поверке. Еще я. Ты. Старший лейтенант. Не волнуйте его. Ах, да. Ты на Неистовом. Мало нас осталось. Где командир? Здесь, здесь, здесь. Корабль затонул на 72 градусе нордовой широты, 51 градусе и 6 секунд остовой долготы. Там на воде люди. Нужно спасти. Я был в случае, держался на воде 40 часов. Это в каком море? В Черном. Я вас прошу сходить в квадрат, где затонул. Там люди. А мы туда идем. Уже 2 часа, как легли на новый курс. Вы не волнуйтесь. Все будет в полном порядочке. Это правда? Да, товарищ командир корабля. Командир есть, а корабля нет. На сегодня хватит. Приказываю вам ни о чем не думать, отдыхать. Прошу, прошу вас. Что еще? Письмо от сына. Никаких писем. Садовая 24, квартира 6, Варвара Башлыкова. Я был в воде. На плоту не было места. Кто ушел с плота? Ласточки. И погиб. Да. Сенушкин. Да. Пишет. Потом вы остались в море с двумя потерявшими сознание людьми. Что вы делали? Я оставила парус. Какой? Откуда парус? На мне куртка была. Вы смеетесь? Нет, я не смеюсь. А дальше? А дальше? А дальше все. Иду!
хотите одну вещь должна сказать. Говори. Вы Мезенцеву знаете? Знаю. Женский телеграф работает, будто 126-й погиб. Ей все равно ничего сказать не могу. Так она не такая, чтобы с вопросами приставать. А вы просто, когда пойдете мимо, ну там засмеетесь или что-нибудь, понимаете? Славная эта девочка, Маша. Пойдем. Ой, вот она. А ты спокойнее, иди рассказывай что-нибудь. Что говорить? Говори, что хочешь. Во всем Советском Союзе все спят. И только кто в ночной смене работает, тот не спит. Кругом затемнение, звезды. А у нас солнце светит. Ты не волнуйся, рассказывай что-нибудь. Какая больше польза природе? От дня или от ночи? На фронте сейчас темно, уходят все в ночную разведку. У меня два брата-разведчика. А у нас солнышко. Здравствуйте. Что, не спится, солнышко мешает? Да, не спится. Товарищ лейтенант, вы не знаете, где корабль один? Мне бы только узнать. Из Архангельска девушка приезжала, женский телеграф опять работает. Слух пошел, что его потопили. Гитлер по радио объявил. Какой корабль? Подожди плакать. Неистовый. Цел твой корабль. Пойдем дежурить. До свидания, товарищ Кузьмина. До свидания, товарищ Михайловский. Наше с вами дежурство, товарищ лейтенант, начинается в обстановке фантастической. Вот что я обнаружил. Где был Никитин вчера в 12:40? Строго на вест от Карских ворот. В 64 милях. А он докладывает, что 126-й погиб к норду от острова Вайгач. Как можно на таком расстоянии наблюдать различные волнующие морские происшествия? У всех как у людей, а у него с поворотом. Бывают обстоятельства. Конвойная операция. Какие там обстоятельства? Мирно! Здравствуйте. Дурцев вышел в море. Дайте оповещение по флоту. Есть. Где Никитин с танкером? Танкер в порту назначения, товарищ вице-адмирал. Так. Неистовый на траер Зимускане. Значит, горючий на месте. Ну что ж, если это попытка прорыва в Центральную Арктику, гостей встретит. Хорошо, что Никитин справился. Хорошо. Вопрос есть? Странная радиограмма от Никитина, товарищ вице-адмирал. От указанного объекта он находился на расстоянии 110 миль. А что же вас смущает? Несколько фантастично. Если офицер с моря передает шифрам какой-либо факт, значит, он в нем уверен. Явится, объяснит. В море всякое бывает. Продолжайте работу. Чуть заметно темнеть стало, товарищ командир корабля. Да, кончается полярный день. Скоро наше время. Зимние шторма, полярная ночка. Да. Спокойной ночи, товарищ командир. Спокойной ночи. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. О друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и сохранно вам ездить по морю. И тебя за то, что дал мне
теплый ветер. Ладно, беги. Кто? Я, Машков. Каким курсом идем? Идем в Кольский залив. Что с вами? Товарищ капитан третьей роты. Идите. Мезенцев идет на мостик. Узнал, что идем не тем курсом. Прошу успокоить. Ему волноваться нельзя. Шок и смерть. А вы не пугайте. Курс 90. Лево руля, курс 90. Есть курс 90. Покажите компас. Прошу. Выдержите, несмотря на запрещение медицины. Идем в Кольский залив. А там, на воде, ваших никого в живых не осталось. Не то море. 40 минут в нашей воде держится человек. И вечная память. Дайте руку. Ложиться на курс. Задержана доставкой. Медик запретил вручать. От сына. А где они? В Полярном жду. Зачем вы? Да брось ты, понимаешь. Когда окончали академию, доктор? В этом году. С моря люди покрепче, доктор. Забыли поправку на материал. Тише. Видишь, мучается. А если ему простучать, что радиограмму его приняли, успокоится, а? Давай попробуй. Радио принял, радист М-11. Спасибо. Толково придумано. Доктор, мы его успокоили, Алешу. То есть? Заболотный простучал ему. Радио принял, радист М-11. Радио принял, радист М-11. Он успокоился. Сейчас совсем спокойно. Напрасно.
Что? Умер. Это я, доктор. Доктор, это я? Нет. Господа кавалеры, как говорил Суворов, в сторонном отсеке осмотреться. Печь небольшая, вода поступает слабо. Товарищи матросы, старшины и офицеры неистового, поздравляю с победой. День. Сколько времени ушло на все на это, а? Одна минута. Одна? Долгожданная. Кто, думаете, первый увидел? Пашко. Тарапата увидел, Тарапата. Состав второй вахты представляется к правительственной награде. Ну вот и все. Теперь все есть. У командующего в таких случаях два подразделения. С победой и с удачей. Победа дается трудом, а удача... С чем нас поздравлять? Отклонились на одну милю в сторону, обманывая месяц, и протаранили подводную лодку, которая оказалась в этой точке. Кто виноват? Доктор, товарищи, вы знаете? Товарищи! Прямо по курсу трассы разрывы! Огонь многих кораблей! Конвой в составе 62 кораблей ведет бой с авиацией противника. Самый полный вперед! Есть самый полный вперед! 20, 46, 50, 64... 136 немецких самолетов!
чем дело. Наши истребители СОСТа пересекают путь противнику. Вот причина. На нашем бензине летят. О том, что мы доставили. Об этом можно сказать погромче. Людей порадовать. Правда. Товарищи, скучное занятие конвой. Начать зигзаг, закончить зигзаг, ход 6 узлов. Товарищи, бензин, доставленный нами, сделал свое дело. Мы с вами участвуем в этом бою. Спишь, спишь, отдохнуть некогда. Кто так в море смотрит? В море смотрите пристально, воспитываете в себе привычку. Да, ну я просто так посмотрел. На моряку. Просто так, без дела в море смотреть нельзя. Смотрите и зеваете. Все поругиваешь? Надо бы и похвалить. Рад бы, да не за что. Для укрепления воли необходим процент удачи. Ладно, спросим что-нибудь полегче. Какая будет погода, штурман Венцов? Видите ли, при нынешней усеченной карте погоды прогнозы не точные. Европа не передает с воздуха. Война. Война? А вы штурман-то военный? Европа не передает сводок. Вот почти 1000 лет назад здесь ходил русский кормщик Лошаков. В 1648 году казак Семен Дежнев. А потом лейтенант Балтийского флота Дмитрий Овцин. Минин из Стерлигов на шлюпе Тобол. Им Европа тоже не передавала сводок. Выйдет, взглянет на небо, посвистит художественным свистом и знает, какая будет погода. Вот и вы. Определяйтесь по природным признакам. Какая будет погода, штурман Венцов? Ну, знаете ли, я, к сожалению, не казак Семен Дежнев. Эх, вы, морской человек. Шторм идет на нас. Силой от 8 до 11 баллов. Корабль по штормовому изготовить. Корабль по штормовому изготовить. Корабль по штормовому изготовить. Вот она, наша акватория. Северный ледовитый океан. Горит парень. Это про него и сказано, кто в море не бывал, тот и горе не видал. Кто в море не бывал, тот Богу не маривался. С победой или с удачей? Отдать плотню! Есть! Отдать плотню! Смирно! Товарищ
вице-адмирал. Командир эскадренного миноносца неистовый. Капитан второго ранга Никитин. Поздравляю вас, товарищ, с удачей. И с победой поздравляю. Прошу, садиться. Садиться, садиться. Сегодня летчики арктической группы отправили на дно 5 немецких кораблей. Это расплата за нашу потерю. С начала года таким образом у североморцев 126 побед. Простите, я вас прервал. Это номер моего корабля. Так мои матросы называли корабль. 126 побед. 6 из этих побед совершили дунайцы. Лучшей памятью о героях останется сама жизнь. Непоколебимо существующий Советский Союз. Ваш корабль делал черную работу войны. И только сейчас вернулся с моря с первой цифрой победы на боевой рубке. Но не в этом дело. Шли налегке, потопили, руки свободны. Подвиг корабля в работе, способствовавший всем победам флота. Постановлением правительства неистовый награжден орденом Красного Знамени. Носить вам, товарищ, по морям краснознаменный флаг. Прошу садиться. Орденом Ушакова первой степени награждается бригада торпедных катеров. Орденом Красного Знамени 126-й со славой погибший корабль. Дайте журнальчик. Алексей Филатов. А как звали Ласточкина? Илья. Илья Ласточкин. Алексей Филатов и Илья Ласточкин. Нужно, чтобы запомнились эти имена. Ну, до свидания, товарищи. Поправляйтесь. Всего доброго. Ты приехал! А, это ты! Здравствуй! Командир. Поздравляю с победой. Да, видимость 20 кадров, товарищ. Но сегодня-то встретимся, поговорим. Неистовый идет в море. Вам подписан приказ. Когда идем? Через час с минутами. Вот жизнь. Право! Что, опять конвойная операция? Но идем на остров. О, это хорошо! Привыкайте, опять расстаемся. Сохранно вам ездить по морю. Я знала, что ты придешь.